Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Закрывается очередной сезон школы актерского мастерства. Педагоги подведут итоги и назовут лучших учеников, которые получат возможность сняться в кино. Саша Черно подозревает, что Иосиф Оганесян изменял ей с Лизой Триандафилиди. Есть некоторые факты, оглашать которые она пока не готова, но которые косвенно указывают на эту интимную связь. Сам Иосиф отрицает факт измены. Черно пишет: «Йося все время говорит про Лизу, постоянно нас с ней сравнивает, что меня обижает. Лиза была моей подругой, а сейчас я не могу с ней дружить, у меня большая обида». Андрей Черкасов стал полноценным ведущим реалити-шоу «Дом-2». Он сменит на посту Катю Жужу. Андрей обещает стать жестким ведущим и раскрывать проблемы участников с мужской позиции. На остров Андрей отправляется с девушкой, с Кристиной Ослиной. Он говорит, что готов не только к сейшельской свадьбе с ней, которая на самом деле бутафория, но и к настоящей свадьбе. Лера Фрост вернулась на поляну. Она рассказала девочкам, что предательство Захара Соленко стало для нее ударом в спину. «Захар просит у Леры прощения. Прости меня, я жить без тебя не могу», – пишет он. Несколько месяцев назад пропала Виктория Карасева, бывшая участница проекта. Она перестала выходить на связь, не отвечала на вопросы фанатов в блоге. И вот она объявилась и опубликовала два свежих поста, чем очень порадовала поклонников. Виталий Малышев написал странный пост: «Я жду ту неповторимую, одну единственную неизменяющую девушку для серьезных отношений. Хочу семью и детей». Похоже, что парень решил позлить Юлиану Богомолову. Рома Гриценко, который говорит о симпатии к Маше Кахно, флиртует со многими девочками на поляне. На недавней вечеринке он уделял много внимания Мэри Кулешовой, а также флиртовал с Лерой Фрост, которую активно скидывал в воду и между делом приобнимал за талию. Вика Романец взбесилась из-за вопроса о сыне Антона Гусева. Антон подарил маме своей девушки два букета из клубники. Подписчики сразу же его обвинили в том, что он забыл о своем сыне и вместо того, чтобы побаловать Даниэля, покупает фрукты тещи. В микроблоге своей мамы Романец увидела эту критику, вспылила и прогнала всех со странички. Саша Артемова призналась в любви Жене Кузину: «Ты знаешь, что я испытываю к тебе, но самое важное, что я в тебя влюбляюсь каждый раз. Спасибо твоей мамуле, что вырастила и воспитала замечательного мужчину». Лилию Читрару сравнили с Майклом Джексоном. Многие считают, что она неудачно сделала ринопластику, нос у нее стал совсем маленьким и вмятина на носу долго не проходит. Ольга Бузова насмешила поклонников своим странным нарядом. Особенно нелепо выглядит ее обувь – розовые босоножки с открытыми носами. Пальцы ног у Ольги вылезли в эти открытые носы и некрасиво нависали над подошвой. Бузову сразу сравнили с волком из мультфильма «Ну, погоди». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.